Так ярко и зажигательно стартовал в нашем городе финальный этап республиканской акции под говорящим названием «Не прожигай свою жизнь». Акция проходила в два этапа. Первый проводился в учреждениях образования и на предприятиях, второй – в торговых центрах и на уличных площадках. Акция направлена на предупреждение пожаров при курении, потому что человек сигарет – это наиболее частая причина гибели людей на пожарах. На сегодняшний день эта цифра составляет уже более 50 человек только в Брестской области. Сегодня уже произошло 900 пожаров, на которых погибло 87 человек. Участники акции использовали все возможные варианты, чтобы донести информацию о проблеме возникновения пожаров и безопасности жизнедеятельности. В этом им помогали интерактивные площадки, конкурсы, песенные и танцевальные номера. Нас собрали со всей Брестской области. Мы ребята, которые заинтересованы в том, чтобы помочь людям избавиться от курения, помочь им правильно пользоваться электроприборами, чтобы не было никаких чрезвычайных ситуаций, не было никаких пожаров. Когда мы участвуем в таких акциях, нам приносит это позитив, удовольствие и командный дух. Я считаю, что информация в такой форме, которую мы ее преподаем, усваивается и нравится людям больше. Особый интерес акция вызвала у маленьких брестчан. Их привлекли различные площадки, в том числе презентация мобильного приложения «МЧС Беларусь и помощь рядом». Здесь собраны действия в различных чрезвычайных ситуациях, всего более 50. В разделе «Что делать?» вы можете найти алгоритмы действий в различных чрезвычайных ситуациях, начиная от аварии с химически опасным веществом и заканчивая «Что делать?», допустим, если горит трава, либо вы почувствовали запах дыма. Приложение мобильное можно бесплатно скачать и установить на любой мобильный телефон. У родителей очень мало времени для того, чтобы даже, наверное, разговаривать с детьми на такие темы. А так это очень актуально, дети узнают очень многого нового. И родители вместе с ними. Зрителям акция понравилась, они узнали много полезной информации. Акция не прошла напрасно, ведь кое-кто все-таки обменял свою сигарету на конфету. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лиматович, телекомпания БУК-ТВ.